Перед нами сегодня служение, священнодействие, посвящение детей. И я хотел бы под ваши аплодисменты пригласить на эту сцену Бойко Станислава Владимировича. Еще давайте наши аплодисменты, дорогая церковь. А? Это будущее Украины. Посмотрите, а? Слава Господу! Это будущее Украины, посвященное Господу детям. Аминь! Скажи аминь! Слава Богу! Мы так рады видеть вас, очень рады видеть вас, видеть ваше дитя. Спасибо Господу за вас, что вы приняли сегодня. Вы знаете, это решение, ваше решение. Наша молитва церкви будет сегодня, мы будем помазывать елеем, посвящать ваше дитя. Но перед этим всем было ваше решение, вы его приняли. Спасибо Господу за то, что Он положил на сердце, чтобы ваши дети, ваше наследие, и вы это ваше решение приняли, чтобы они шли за вами. Вы знаете, посвящение детей, посвящение – это разовое такое действие, но вам дальше по жизни нужно будет делать постоянно, чтобы мы, посвящая Господу, мы освящали своих детей. Освящение своих детей – это каждый день процесс вашего влияния на ваш ребенок. Что вы хотите вашему ребенку вложить? Что вы хотите вашему ребенку передать? Это процесс освящения. И это каждый день. Пусть Бог даст вам силы каждый день иметь терпение, иметь желание просто показать Христа, который в вас. Показать того, кто вас сегодня побудил сделать этот шаг для вашего дитя. Это один из самых основных, будем говориться, камней в основании жизни вашего ребенка. Я хотел бы прочитать слово, это слова Моисея, которые он говорил народу Израиля. И здесь написано во Второзаконии, 4 глава, 9 стихе такие слова. «Только берегись и тщательно охрани душу свою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих». Здесь очень четко сказано, что мы должны поведать сынам сынов наших, нашим сынам. То благословение, которое мы получаем сегодня от Господа. Передайте это вашим детям. И наша сегодня молитва и посвящение. Давайте, церковь, мы встанем, и мы будем помазывать елеем и посвящать это дитя прекрасного Станиславщика во имя Иисуса Христа. Я помазываю тебя елеем во имя Иисуса Христа и посвящаю тебя Господу Иисусу Христу во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. И давайте мы поднимем руки и помолимся. Отец наш, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя, Господь мой. Мы благодарим Тебя за это дитя. Мы благословляем его, благословляем дни жизни на этой земле. Благословляем, Господь, его как сосуд Твой, который Ты сегодня, Господь, поднимаешь. Спасибо Тебе. Защити его от всякого зла. Сохрани, Господь, и благослови родителей, Господь, чтобы они, Господь, передали ту любовь, которая сегодня есть в них, к Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И мы сегодня, я хочу сегодня объявить, что сегодня, 20 мая 2018 года, Бойко Станислав был посвящен Господу Иисусу Христу. И наши аплодисменты. И вам подарок. Это свидетельство, Станиславчик, это твое. Ну, Библию мама будет с папой читать. Так что под ваши аплодисменты мы просто приглашаем вас занять места. Слава Господу!